Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Березовая роща. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы. Уступайте места пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми. Следующая станция – маршала Покрышкина. Уважаемые пассажиры, во время движения поезда необходимо держаться за поручни и не прислоняться к раздвижным дверям. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Сибирская. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите об этом машинисту электропоезда.
вход на станцию Красный проспект с поездом Ленинского линии. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – площадь Гарина-Михайловского. Уважаемые пассажиры, если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите об этом любому работнику метрополитена или сотруднику полиции на станции. Не забывайте свои личные вещи. При обнаружении чужих вещей, оставленных без присмотра, сообщайте о них машинисту электропоезда. Всего вам доброго!